Всем привет, это Бостон. На обзоре у нас новый герой, боец Халид. Написано, что он массовый контроль и урон. Давайте смотреть на его скиллы. У него одна из вообще самых крутых пассивок, которые я когда-либо видел. У него накапливается красная полоска, сила пустыни, и когда она полностью накоплена, он встает на песок и перемещается на нем, как будто на песчаном скейте. Но это еще не все. Кроме ускорения передвижения, следующая базовая атака нанесет дополнительный урон и появится прямоугольная область, на которой Халид будет получать дополнительную скорость передвижения, а у врагов наоборот, скорость передвижения будет уменьшаться. А еще эта атака наносит урон по области. Теперь первый скилл. Халид наносит V-образный удар вокруг себя, и он может его повторять до 5 раз, если поражает врагов. А при каждом следующем использовании этого навыка урон увеличивается на 25%. При использовании этого навыка он делает прыжки по направлению твоего джойстика. Давай попробуем протестировать на убегающих целях. Но пока выглядит очень круто. Второй скилл — это отхил. Мы одновременно хилимся, замедляем всех вокруг и восстанавливаем свое ХП и красную полоску пассивки. И ультимейт. Халид медленно перемещается на песке в какое-то место на карте, не очень далеко от него, и наносит урон вместе с своего приземления. И также оглушает врагов на 1 секунду. А по направлению своего пути он немного отталкивает врагов. В ульте самое главное то, что Халида нельзя взять под контроль. То есть она может использоваться как для отступления, так и для какого-то нападения, но я думаю, вот с нападением, конечно, будет напряженка. Потому что видно, куда Халид приземлится, и, соответственно, можно отойти от этого места достаточно легко. С другой стороны, всегда можно ультануть под себя. Ульта чем-то похожа на ульту Бэйна. Только Бэйн просто кидает своих акулок, а здесь герой двигается вместе со своей ультой. Ну, как видишь, догнать какого-то героя на этой ульте будет очень проблематично. Еще одна интересная штука с первым скиллом. Во время его применения можно успевать совершать автоатаки. Ну что, давай посмотрим, как будет выглядеть игра против компов. Пассивка достаточно быстро добирается, и практически как только спадает ускорение с базы, сразу начинает действовать пассивка. Очень интересно, насколько сильно можно будет продамажить врагов с первого скилла на первом уровне. Yeah.
Мне герой понравился, но думаю, его еще будут дорабатывать. Напиши в комментариях, понравился ли тебе герой. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, удачи и пока-пока.